В доме юного техника «Интеграл» прошел турнир по шахматам в рамках спартакиады среди предприятий и организаций городского округа. В нем приняли участие сотрудники заводов «Факел», «Энергомаш», «Искра», «Химкинский электротранс», НПО имени Лавочкина и администрации округа. Кроме шахмат, на спартакиаде представлены футбол, волейбол, легкая атлетика, плавание и дартс. Уровень участников достаточно высок. У нас есть определенные фавориты. Это, конечно же, «Энергомаш» и «Лавочкина». Также представители администрации борются за призовые места. Как никогда, больше количество участников. Никогда еще не было. За 7 лет выступления не было столько количества команд. Подведение итогов спартакиады состоится 14 апреля.